Сейчас прыгну. Шайночка. А под водой. Там. Шайночка прыгает. Вот. Вот так. На него. Игрульки. О! Попа тяжеловато. О! Девочка на канистру прыгнула. Шайночка. Норди. Норди, вот он. На ступеньках Норди. Мальчик, а это девочка плывет. Вот так. Вовремя. Вовремя. Хоть на Герду. Вот не уследишь, что ты ли за ними смотри, или за ней. Я еще следила за ней, думаю, как бы она не прыгала. И вот, ну это хорошо сказали я вовремя. Вот мама. Мама Герда. И вот они хвостиком за ней, паровозиком. Мальчик всегда на маму уж садится и катается на ней. Лентяй, сам даже не плывет. О. Это папа, ой, фу, папа, говорю, мальчик побежал. Мальчик побежал за мамой, а это девочка. Все, Гердочка искупалась и все. Ну, давай, Гердочка. Ну. Под ступеньками плавать надо. Вон, выплыл. Это Норди так, под ступеньками. Вот их. Сейчас мы два кутка. Машка, это кошмар какой-то. Надо будет спросить у Сергея. Все время так будет, нет, мыть. Это по пятницам нечего и ходить сюда. О, сейчас. Это да. Оп. Прямо с высоты. Вот бесстрашный такой этот Норди у нас. Как папа на спине. Машка уже туда залезла. Как папа на спине плавает. С высоты. О, о, иди, о. Иди, иди. С высоты. Ну да, еще на маму. Давай. Давай, прыгни. Сейчас прыгнет. Вот так. Ну, Норди, ну, Норди.